Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанно Самайуктам Винда Ванам Манухарам Банча Калпатару Вашчаки Басинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Ятки Патамахам Банди Парамананду Мадавам Бриндавай Тулсиде Буйпиявай Кешивасача Снабхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритто Нарунчайва Наруттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодваруна Дейям Сада Парибхавагна Мавишто Духам Тетас падам сива виренчанутам сараньям. Бетатихам панатапал бхават дипутам. Банде махапурусате чаруна равиндам. Ят пад паллавана качандамани чатая. Виспуриджита кима пикапавадушва дарши. Пуранану рагра сасайгра сару мурти. Сарадхикамай кадам кам круси. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu, Sankirtanai kapitaro kamala yataksau, Vishambaru dijavaru jugadharma palau, Bande jagat priyakaru, Каруна Бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура Сураир Вандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманango Мада Пахарам Бараноси Пурапати Бхаджаве Шанатам Ваги Саджоша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясясте Хидая Самбихид Твам Нишингам Ахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Кипа Синдху Сусангпурно Сарва Сатто Пукарака, Нисприо Сарватто Сиддхо Сарва Видда Висарата, Сарва Сангсайо Сангшетта, Аналаса Гуру Рахита. Кипа Синдху Сусампурно Сарва Сатто Пукарака, Нисприхо Сарватто Сиддхо Сарва Видда Вишарада,
sarvo sansayo sankshetta analasa guru rahito. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Гуру Вайшнава представляют за собой право не быть открытыми, не быть доступными вашим органам чувств. Они могут явиться перед вами или скрыться, сделаться невидимыми, чтобы обмануть вас. Это естественно, поскольку в соответствии с нашей бхавой они отвечают нам. И вот Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит то, что из-за того, что мы неправильно определяем свое собственное сварупу, свое истинное Я, все проблемы возникают, все проблемы в этом мире от ложного самоотождествление – это коренная причина всех проблем. Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати говорит, что из-за этой ошибки, из-за нашего ложного самоотождествления, и это коренная причина всех проблем, которые случаются с нами. Если в какой-то день кто-то осознает свою собственную сварупу, то таких проблем у него дальнейших не будет. Все проблемы будут автоматически решены. Если кто-то осознает свою подлинную сварупу, то все проблемы они уйдут. Поскольку из-за этого ложного самоотождествления все проблемы появляются. И вот когда мы осознаем наше подлинное Я внутри себя, и когда это истинное Я проявится, то все проблемы, они уйдут. Но это из-за влияния Майи не так просто. В процессе совершения Харинама промежуток между нашим истинным Я и Майей, он в общем, разница между нашим подлинным Я и ложным, она уменьшается. И вот Майя, она пытается помешать, но когда мы сможем прогнать эту Майю, то тогда и в процессе воспевания святых имен мы обнаружим свое истинное Я. И вот постепенно в процессе повторения святых имен это моя уйдет из нашей жизни, и в этом случае мы сможем обнаружить свою подлинную сварупу. И перед этим мы не сможем осознать ее. И это главная причина всех проблем, это ложное самоотождествление. И поэтому я говорил с утра, что все дживы, нужно пытаться помочь им по-разному, поскольку часто бывает, что болезни у всех разные. И поэтому Шрила Прабхупад написал статью, называется «Гаудия госпиталь с таким настроением». И я знаю, что в больших обществах это невозможно, но все же должен быть достойный, подлинный доктор, имеется в виду целитель, который сможет исцелить нас от каких-то болезней, либо Гурудев этим может заниматься, либо какие-то его преемники. И с помощью своих личных усилий, с помощью усилий других людей мы не сможем прикоснуться к абсолютной истине. И поэтому Шрила Прабхупад вот, цитирует эту шлоку Прахлад Махараджа. И вот своими усилиями или усилиями других людей мы не сможем избавиться от Майи. Это не так просто.
все, что нам нужно, это пыль с лотосных стоп чистых преданных. И тогда, и только тогда наш ум будет исправлен, не перед этим. Шрила Прабхупада говорит, что все души пытаются поддерживать свою приватность, хотят что-то личное иметь, не, чтобы никто не знал об этом. И Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока вы не предложите все и вся, даже свой ум, тело, все, когда вы не найдете ничего, чтобы у вас оставалось, когда вы полностью предадитесь Гурудеву, то тогда возникает вопрос обретения милости Крипы Кришны. Шрила Прабхупада говорит, из-за того, что мы не предаемся полностью, из-за этого нет результата. А когда мы полностью без остатка предадимся, то тогда Кришна, Он дарует нам свою милость, Садгуру. Это не шутки. Садгуру, даже кто-то в жизни Шрилы Прабхупады можно видеть, даже если кто-то дает большое пожертвование. В то время, во времена Шрилы Прабхупады, рупия была в цене на 25-10 копеек, четверть рупии можно было мешок риса купить. Сейчас килограмм риса 100 рублей стоит. И вот Сакичаран Бабу, который построил, помог построить Йогапитх, вот слева входа его самадхи, и вот после того, как он столько пожертвований дал, все равно Шрила Прабхупада не льстил ему. Шрила Прабхупада говорил прямо, без всякой лести. И вот, если ваша жизнь полностью посвящена Кришне, только тогда такая абсолютная истина может явиться в нашем уме и сердце, иначе нет. Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока вы не предались на 100% лотосным стопам Бхагавана Шри Кришны, до тех пор у вас нет права говорить об абсолютной истине. Сколько вы будете стесняться, бояться, такое чувство бесстрашия не будет. И эта шлока, с которой начала, она очень важна. Она не только важна, а также это великолепное определение Гуру Таттвы. Есть много шлок о Гуру Таттве, но эта шлока – это наилучшая из всех, поскольку с помощью этой шлоки мы можем видеть все качества подлинного гуру. Крипа Синдху – он океан милости. Это природа вайшнавов. Если какая-то джива, они видят такое плачевное состояние обусловленных душ и пытаются помочь им и для освобождения этого материального мира. Гуру Вайшнава, они готовы посвятить свою жизнь. Один из них – это великий Шрила Бхактидайта Мадхва Госвами Махарадж, кто никогда не
беспокоился ни о каких ситуациях, в которых он оказывался. Он проповедовал в лесу, в джунглях, в Асаме. Кто это был первый, кто там проповедовал, до него никто не осмелился туда ехать. Он также в Панджабе проповедовал. То, что туда никто до него не ездил. Шрила Кеша Госвами Махарадж, Рамана Госвами Махарадж тоже ездили туда, но он главный, кто первый, кто начал. И вот он отдыхал. В смысле, ночевал в таких просто хижинах. Очень простых, бедных людей, но все же Шрила Мадхава Госвами Махарадж не боялся ничего. И вот они там спали на такой скамейке из бамбука. И вот он проповедовал по всему Асаму, Панджабу. Никогда не стремился к удобству, к славе. И вот вначале я хочу произнести эту шлоку еще раз. Крипа Синдху — это океан милости. Сусампурна. Он всегда доволен. Никакая неудовлетворенность не может его задеть, его сердце. Если у кого-то есть какая-то неудовлетворенность, значит, ему что-то не хватает. Это признак обусловленной души. Обусловленные души всегда чем-то недовольны. Чем-то мало, чего-то мало, всегда жадны до чего-то. И таким образом это все взаимосвязано. Но саду, сердце саду, неудовлетворенность не может задеть сердце саду. Саду они всегда довольны. Сусампурна, не только пурна. Пытайтесь понять, не только пурна, мы знаем пурна. Пурна, что такое? Но здесь сусампурна. Су значит очень хорошее, великолепное. Сусампурна. Если мы не сможем удовлетворить Гурудева, Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура, то что толку? И вот когда мы способны принести радость нашей Гуруварге своими действиями, то автоматически вся сиддханта, она явится в нашем сердце, как поток милости. Потоп, точнее, нельзя как-то остановить, он такой. Если Гуру Вайшнава довольны нами, а Гуру Вайшнава не требует денег, конечно, для какого-то служения они нужны, но это не главное. Кто ищет, кто может найти, что в сердце Гурупадпадмы, как можно принести подлинное удовлетворение ему, это мы должны найти, иначе мы можем думать, что что-то делаем, а Гурудев доволен нами, но это не всегда так. И вот наши собственные желания мы проецируем на Гурудева. Это такое думание о том, что что-то делаем, и думаю, что Гурудев будет доволен им, но лучше спросить у Гурудева, что ему надо, а не делать то, что вздумается. Как Гокишор Дас Бабаджи Махарадж был очень счастлив с Шрилой Прабхупадой, он очень доволен им, поскольку вот в соответствии с этой шлокой, это слова Рупы Госвами Пада,
И вот здесь сказано, что те, кто исполняет желание сердца Шримана Махапрабху Гуранги, то те его главные саваки, соответственно, спутники вечные. И вот Сусампурна, значение этого слова, не просто здесь Пурна, Сусампурна, здесь два усилительных слова используются. Любые создания, не только люди. Мы видели в жизни Гуру Падпадме, он был очень... Он кормил даже собак, коров, всех живых существ, чтобы эти души... То есть он проливал свою милость на всех душ, даже на муравьев и прочих. Как Санатан Госвами Пад, он даже пытался спасти скорпиона. И вот Санатан Госвами Пад омывался в Ямуне и увидел скорпион с дерева, упал в воду. И тот саду тоже там какое-то принимал омовение, и вот он взял этого скорпиона, поместил на дерево, а в процессе скорпиона укусил его. Тот скорпион там еще опять рассыпал с дерева, тот опять его поднял и поместил на дерево, тот опять его укусил. И рядом стоящий саду говорил, что ты делаешь, он же кусает тебя. Очень ядовит, как ты это терпишь. Ты знаешь, это природа скорпионов кусаться, жалиться. Ну, что Санатан ответил, то, что Бхагаван дал ему, он делает это, но должен, но моя природа тоже помогать живым существам. Если этот скорпион не может отказаться от своей природы, то как я могу отказаться от своей? То, что у меня есть, я это могу дать. Если у нас чего-то нет, то как мы это дадим? И вот во Вриндаване иногда какие-то богатые люди приезжают, раздают одеяло, чадры, какие-то вещи зимой всем этим нуждающимся. Причем часто раздают так скрыто, не открыто, иначе народу набежит разного. Вот. И вот однажды один богатый человек раздавал одеяло. Ну, те, кто саду, но саду непонятно кто, так просто, в общем, кому надо, тем раздавал. И вот, в общем, там очередь образовалась, и каждому давали одеяло. Но люди брали, уходили, и вот один этот был очень хитер, получил одно дело, пошел, переоделся в другую одежду, опять в очередь стал, этот, заметили, сказали, уже брал, вот только 5 минут назад. Тот говорит, сказал, нет, ничего не брал, как я уверен, ты брал, а тебя запомнил, а тот говорит, нет, ничего подобного. Вот начали как-то спорить, и этот хозяин сказал, что одеяло он уже брал, хватит, больше не давай. И этот человек начал сидеть на берегу Ямуны и материть этого человека, который раздавал одеяло. Сидел, материл его. И тут какой-то человек сказал, смотрите, вот он сидит и материт вас, на чем свет стоит. Этот человек сказал, ну, у меня вот одеяло, есть одеяло, раздаю, вот одна матерщина. И вот он, что есть, вот тут, то есть он только одни ругательства у него на уме, вот он ругает меня, вот то, что есть, он то и раздает. Вот, и поэтому смысла нет с кем-то бороться. И вот и в какой-то грязь они когда-то изменят свое сердце, поймут, что есть подлинное, что ложное, где подлинный сиддханта, а где нет. И вот если мы успешны в том, чтобы I don't know,
как-то помочь миссии Шрилы Прабхупады, то наша жизнь завенчается успехом. И поэтому я исполняю, пытаюсь исполнить желание Шрилы Прабхупады. И вот здесь говорится, что такие садони проливают милость на всех, даже готовы спасти скорпиона, которого природа жалит всех. Они, у них нет даже запаха посторонних желаний. Их единственное желание — это служить Кришне. Мы не можем даже представить, как это возможно. Когда мы обретем этот нектар, мы почувствуем, и мы должны ждать, когда это придет, когда это чувство радости, желание совершать больше и больше совобрет к нам. Я сам пример этого. Нет денег, но Бхагаван, он посылает на севу. Мои усилия, мои тяжелые усилия. И вот я помню те дни, это как сон для меня сейчас. Сейчас я вовлечен в множество вещей, но в то время ничего не было. И только изредка говорил Харикатху и писал книги. Я изучал учение наследия Шрилы Прабхупады и на этой основе писал книги. Как? Какой-то человек может погрузиться в океан, чтобы набрать каких-то жемчужин и прочих драгоценностей на дне океана. И другое имя океана — это Ратнакар. И таким образом, смотрите, нет. Вот у меня не было никакого неудовлетворения внутри сердца, я только хотел совершать больше и больше служения Нисприха. Значит, нет желания Сарвата Сидда, и все относительно всех. И вот Сидда здесь что имеется в виду? Сиддха значит, он в таком положении, что никакие ситуации не влияют на него, его ничто не привлекает, никакие материальные соблазны бессильны перед ним. И вот Шрила Гаура Бабаджи Махарадж, хотя внешне у него нет образования, но все знания шастра, вся суть шастра явилось в его сердце, поскольку он в его сердце находится Кришна. Если Кришна внутри нашего сердца, то все автоматически явится там. Кришна — он источник всего знания. Если мы поместим Кришну внутри своего сердца, то никакого недостатка не будет. В Упанишадах говорится, зная кого, если вы знаете Кришну, то вы знаете все. Все остальное явится автоматически. В Упанишадах говорится так. Если вы знаете Кришну, то все знание явится. Все, вы обретете все, когда обретете лотосные стопы Шри Кришны. Jasmine Prapte Sarvamidam Praptum Bhavati.
Если вы обретете лотосные стопы Кришны, то никаких недостатков не будет, никаких, все будет обретено. Кришна, Он источник всего мироздания. Кришна, Он источник и первопричина всего. И поэтому наша Гурвага, как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Он такой саду, который очень редок, его сердце огромно, что весь мир может поместиться в его сердце. Шрила Мадхава Госвами Махарадж такой великий, что весь мир может поместиться в его сердце, не только мир, а все бесчисленные миры, поскольку его сердце бесконечно. Это естественно. Он помогал всем, какие-то гуру-братья, оказавшиеся в беде, Он всем им помогал. Он принимал всех. И вот он служил всем, даже свои Махараджи его выгнали из дома, и эти родственники из-за того, что туберкулезом болел. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж, когда узнал об этом, он сразу же послал за ним, чтобы его привезли в Матхи, там вылечил. И он, как он служил, мы не можем даже представить то, что хотел сделать. Шрила Прабхупад, он был инструментом в его руках. Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, они все были инструментами в руках Шрила Прабхупады. Мы не можем понять терпение Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Шрила Прабхупад хотел основать храмы в тех местах, которые посещал Шриман Махапрабху в Южной Индии. И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он был инструментом в осуществлении этой миссии. Когда наш Сиддхартха Госвами Махарадж и другие, и вот они пытались получить землю в одном месте, но ничего не получалось. И вот Рамананда Прабху сказал, вот этот Хайгрива Брамачари, Мадхава Госвами Махарадж до принятия саньясы сказал, что мы ничего особого не делали, нужно начать делать более активно. И действительно, они получили этот кусок земли. И вот я хочу объяснить то, что не успел сказать в утренней Харикатхе. В Бхагаватам говорится, кто-то может сказать, что я говорю что-то не так, но я говорю так, то, что я хочу сказать, я скажу. Но мы должны понять, что вначале, что Бхагаватам, и вот говорится, что птицы одного, по одной породы летают вместе. Как вы, люди обычно стремятся общаться с единомышленниками. Но это не... You cannot apply this formula in the case of our, you know, Gauriya society. If you're going to apply, then you can destroy. This is the case.
there is some group. 10-20 men, they are making one group. This man in favor of this man, so they are making one group. Ну, может, везде надо наблюдать, что люди кучкуются по интересам. They are not at all staying together and together in the temple. Даже в храме, если живут вроде в одном храме, но если посмотреть, там несколько группировок всегда. Шрила Прабхупад говорил, что мы сообща должны совершать баджан под руководством одной ашрой виграхи и пытаться в соответствии с нашими способностями совершать севу. Но это не совсем то. Если каждый хочет какое-то свое, ну, какой-то свой этот центр создать, ну, такие люди вроде физически, ну, в храме живут, а по факту, если посмотреть, каждый на отдельном острове или, ну, какие-то группировки собираются. Махарадж сравнивает как с всякими этими островными государствами вроде. Страна одна, а множество островов. Но Шрила Прабхупад никогда такого не говорил. Вот он давал совет, что может какие-то недостатки есть в обусловленной душе, это естественно. Но все же надо как-то... Но все же под руководством садгуру, под руководством этой ашрая виграхи мы должны сообща что-то делать ради миссии Шримана Махапрабху. Если у нас только политика, нет любви, то ничего не получится. Вот что такое гармония. Пытаться найти гармонию. Что это значит, если должен быть какой-то великий саду, который совершает настоящий баджан, и с помощью силы его баджана он может регулировать весь храм. Он как-то по его милости все регулируется. Как Гурупад Падма, как даже в храме вроде он ничего не делал физически, но благодаря его влиянию он был как связующей силы, и просто его присутствие было более чем достаточно. И что я хочу сказать, если они приняли прибежище у этого саду, может, какие-то больные какими-то материальными болезнями, но... Зимой можно видеть обезьяны, днем дерутся друг с другом, а когда начинается ночь, начинается холод, все обезьяны собираются в одном месте, обнимают друг друга, и никто уже не дерется, не спорит, не бьет никого. Они вместе сообща так греются, и в итоге никто не мерзнет из них. А поодиночке они бы замерзли все. Вот так вот такой урок я от обезьян извлек. Что вроде животные, а умные. И вот так обусловленные души, они также должны... Ну, также вести себя подобно таким обезьянам, которые греются зимой друг от друга. То, что сообща какие-то вещи проще делать.
This is the condition. For this reason, Bhaktivinoda Thakur wanted to express concern 150 years back. 150 years back. Prabhupada. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура еще 150 лет назад, и Джива Госвами Пада еще 500 лет назад предвидел это, что может случиться так, что вся эта как вайшнавская система попадет под контроль каких-то хулиганов, бандитов и прочих нехороших людей. И, к сожалению, такое случается. Кто-то может меня приватно понять, но все подумают и поймут, что все правильно я говорю. И вот Шрила Прабхупад, я завтра продолжу говорить об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит очень много важных вещей. Вот смотрите, Прабхупад Мадхава Госвами Махарадж, он хотел построить храм, это не его ошибка. Он хотел и помочь миссии Шрила Прабхупады, но что случилось? Можно видеть, что образуется много группировок, у всех свои цели, никакой общей цели нет, ради которой нужно жить в матхе. И таким образом, все, что Шрила Прабхупад хотел сделать, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он был инструментом в его руках, и он исполнял желание его сердца. Вот, даже если Хагри Брамачари только 15 дней где-то был, только приехал, и Шрила Прабхупад звал его и говорил, что ваш билет готов, вот надо через полчаса выезжать. Вот он быстро принимал просад, хотя вот сегодня, только сегодня приехал уже, через полчаса буквально нужно ехать куда-то еще. И поэтому имя, которое дал ему Шрила Прабхупад, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, титул у него был, что его энергия подобна вулкану. Он имеет такую вулканическую энергию. И мы должны следовать ему примеру. Он говорил, что мы подобны пожарникам, что если какое-то срочное дело, то нужно его делать. Если пожар, то не надо откладывать его на завтра, на утро, там, на через неделю. Нужно брать и делать прямо здесь и сейчас. Если пожар ночью, то нужно срочно вставать и идти тушить огонь. И такое настроение мы увидели в жизни нашего Гурудева. И вот еще прощение, если я оскорбил кого-то, я прошу о его милости, если не благословят меня, то никакая сила не сможет меня остановить. И вот вчера мы совершали парикраму, мы дошли до Кедарнатха. Кохо. И это имя деревни. Ко или ко-ко, как-то так он называется. По-разному произносит. Ну, там прекрасное место. Я люблю сидеть там. Махарадж любит сидеть там часами смотреть на красоту Враджадхамы. И сейчас она подобна сну. Храма Варшана я смотрел на всю красоту вокруг, на красоту Враджадхамы. Я молился лотосным стопам Радхарани, чтобы она помогла мне. И вот, после закончив всю парикраму, нужно идти дальше. И там мусульмане в основном живут, вся вот эта вот область. Вот так или иначе, если сказать Радхи-Радхи, они тоже скажут. Но Радхи-Радхи не говорю, как Сахаджи, говорю Джайгур, Харибол, поскольку говорить Радхи-Радхи недостоин, поэтому не говорю так.
И так или иначе, нужно идти дальше. И там какие-то вот этот холмы там украшают ваши дамы, вот какие-то демоны хотят их с землей сравнять, там какая-то фабрика по производству камней или щебеня, то есть, и вот они хотят эти холмы на щебень пустить. Люди там уже давно судятся, но вроде там и саду живут, и богаты очень, но на защиту вот этих дамы денег пустить никого, с милости не хватает. Могли бы хотя бы засудить эту фабрику, но никто ничего не делает. Иногда какие-то саду посторонние же судятся с ними, а местным филетово все. Но это опасно, если всю красоту Вриндавана переведут на щебень. Так по-хорошему застрелить надо их. Но это будет милости в их адрес. Значит, никакие саду не думают об этом. Ну, то какие-то другие, не с нашей сампрадая, а с нашего Гаудия общества. Мат, как бы, нехорошо говорить, оскорбительно. Просто Гаудия общество можно назвать. Но не только наши, другие тоже. Вот девочки. Денег уже насобирали столько, что могут 100 лет не собирать, но, к сожалению, никто не делает, говорят о расататы и прочих возвышенных вещах, но на деле что-то делать полезное никто не может, только разговоры пустые. А от того, что у них нет сабанта-гьяны, я даже думаю, что они не получили настоящее посвящение у своего гуру. Если кто-то ругает, оскорбляет нашего отца, то мы дадим должный ответ, а если не чувствуем такой необходимости, значит, у нас никакой связи с отцом нет. И таким образом можно видеть на поле проповеди одни пустые разговоры. Ну, правительство тоже ничего не делает. Ну, в смысле, полезного ничего не делает. Поэтому мне больно проходить мимо этого места. Потом десять и дальше там Чаран Пахари. Это важное место, там можно забраться наверх и увидеть отпечатки стоп Кришны. И вот там есть кунда внизу, в этой кунде. Все Враджа-гопи, Кришна, они являли свои лилы и они соревнования устроили, кто дольше всех под водой просидит. И вот Кришна очень хитер и умен. Но Кришна сидел дольше всех в воде. А Кришна по-другому обхитрил, когда все погрузились под воду, Кришна тоже погрузился со всеми, но быстро вынырнул и куда-то убежал. И вот они через какое-то время вынырнули из воды, начали ждать, пока Кришна появится, но нету нигде, искали его, нигде нету, может, помер. Что случилось тем временем, Кришна? Вот Кришна
забрался наверх холма, и там Кришна смотрел, что с гопи они умирали от разлуки. Кришна начал играть на флейте, и они посмотрели, о, как он там оказался. И они побежали, чтобы схватить его. И когда Кришна играл на флейте, то все камни, они стали как воск, стали мягкие. И это природа Вамшидани. Тут под ее воздействием ее звука эти вещества меняют свои качества. Камни плавятся, например. И вот там сверху Кришна. Можно видеть отпечатки стоп Кришны. Там Бенгали Баба был. Мне там 5 лет не было. И вот раньше там Бенгали Баба был, и я там готовил его Бхаджан Кутири. Предлагал Бхагавану, принимал и шел дальше. И таким образом вот я жил там. Махарадж какое-то время находился там, потом Камьяван. Вот потом уже идти параллельно каналу. Потом дальше. Пишал Пахари. Это где Кришна катался с горки. Как дети катаются с горки. Там такое, не знаю, кто сделал, но так. Если забраться, можно скатиться с горки. Потом после этого места можно там Камьяван, если можно вместе сходить, поэтому Камьяван очень большой. Ну, кратко обойдем самые важные места. И вот там Вишал. Потом пещера Бхумасура. Он хотел спрятать всех пастушков, коров в этой пещере. Очень высоко там. Если вы упадете, то если у вас там высокое или низкое давление, лучше не ходить, это высоко достаточно. И большая пещера, как зал какой-то. Take darshan of what? Bhajan Thari. Bhajan Thari, no?
И потом Бхаджантари там, где все эти... И вот там эти пастушки решили подкрепиться, но тарелок не было. И вот они пошли листья собирать. Листья лотоса, например, которые в качестве тарелок служат. Или банановые листья. Или камни там находили, которые похожи на тарелки. И вот они начинали есть там, угощали Кришну всеми этими. Передачка. И вот они все угощили Кришну тем, что их родители собрали им в дорогу. И тем временем, что случилось, Брахма решил проверить, кто там, что это за мальчик. Бесполезный какой-то пастух. Ах, я слышал, что Кришна явился во Вражатаме, но Кришна он или нет, непонятно. Давай проверю. И вот он взял всех коров и поместил в пещеру. И коров, телят, и пастушков. И вот он их забрал и поместил в какую-то пещеру. И в итоге Кришна смотрит, никого нету, эти, точнее, коров только с этими, с пастушками, с телятами. И вот они начали беспокоиться, куда коровы делись, и Кришна сказал, не беспокойся, я пойду их искать. И вот Кришна... У него в левой руке было йогурт смешанный с рисом. И вот Кришна с такой еще руки не помыл и пошел искать коров. Не было коров, и вот он искал их долгое время. И где же эти все коровы? И с телятами, кто их забрал? Какой-то демон, может, или еще кто-то. И в итоге Кришна вернулся, чтобы увидеть, что эти пастушки тоже куда-то делись. Еда осталась, но что-то съели, что-то оставили, но куда-то они все пропали. И Кришна подумал, что это все... Мои друзья, пастушки, коровы, телята, все пропали, что делать? И Кришна закрыл глаза, посмотрел, что это Брахма сделал. Это старого проходимца, он хотел проверить меня. И он уже со старости, мозги у него не работают, но я его проучу. И что Кришна сделал? Кришна увидел, что это Брахма сделал, но не стал беспокоиться. Кришна из себя проявил всех этих телят, коров, пастушков в точно таком же виде. Шридам, например, был в красной одежде, тут тоже был в красной, то есть в таком в неотличном виде. И Кришна продолжил являть свою лилу. И вот так в течение года продолжалось. Никто не знал, что они пропали. И матери тоже не
они чувствовали какую-то радость, но, не чувствовали, что их дети пропали, поскольку все эти гопи, матери этих пастушков, они все надеются, что Кришна, если родится как их сын, я могу кормить его грудным молоком, заботиться о нем, но он сын Яшоды, как я могу себе домой забрать, он все равно здесь жить не будет. Но все же в сердце у них было такое желание, чтобы они могут обрести Кришну как своего ребенка. И вот чтобы исполнить эти желания гопи, Кришна, он явился в форме пастушков. И когда они вернулись из этого леса, но никто не знал, что все эти телята, пастушки, коровы, они Кришна, но эти матери чувствовали особое чувство каждый день, когда они кормили своих детей, поцеловали их. Сейчас они чувствовали такое экстатическое чувство, не могли оставить их, не могли выпустить их из рук, поскольку это был Кришна, который явился в форме пастушков. И вот Кришна, он исполнил желание всех в Раджаваси. Кришна жил в их домах в течение года, но никто не знал, что это сам Кришна. Даже коровы обычно любят этих маленьких телят. But that mother going to ignore, mother going to ignore the latest baby. Mother all come. Но коровы тоже необычно себя вели, они больше любили, облизывали, кормили этих телят, которые были Кришны. Хотя обычно все коровы больше любовь проявляют к младшим телятам, но никто не понимал это. Однажды в области Говардхана коровы бегали туда-сюда, поскольку Кришна. И вот Баладев однажды увидел, что случилось. Одна корова. Или другие, они побежали. К своим, ну, те телятам, которые старше, ну, оставили бы младших телят, и Баладев подумал, он видел это, как это так, не может быть такого, почему эти коровы так стремятся к своим, эти более старшим телятам, а маленьких оставляют. И Баладев думал, что же это такое, какое-то сомнение у него было. И он закрыл глаза и увидел, что это Кришна. И в этом причина, что это Кришна. Они не коровы, не телята, а это Кришна одурачил меня в течение года. И вот это и есть подлинная причина. И в итоге Баладев обнаружил, что это Кришна, все эти телята, пастушки, это Кришна принял их форму. Как это возможно? И в итоге выяснили, что Брама, он виноват. Из-за кого это все произошло? Нехорошо, плохими словами называть, но вот он виноват. Что случилось? Брама решил проверить, что случилось. И вот он через год пришел и посмотреть, но видеть, ничего не поменялось. И вот он пошел посмотреть, что с теми, которым он спрятал, вроде там они, и вернулся, они тоже на месте, и вот он не понял. Вроде они в пещере все, но почему тут? В итоге Брама
был сконфужен, наверняка что-то тут не то. И он решил медитировать на это. И в итоге он увидел, что все это Кришна. И он понял, что совершил большое оскорбление. И с четырьмя йотом пришел к Кришне и склонил перед ним все четыре головы и начал просить прощения. И он вознес Брахмаставу. Это долгая молитва. И вот Брахма просил прощения. И в итоге Бхагаван Шри Кришна сказал Брахме, что не пытайте не выражай такой ну, в общем, не сомневайся, веди себя получше. Не сомневайся в могуществе Кришны. И вот Брахма увидел, что везде Кришна, и это место, где это произошло, это деревня Чома. Я сейчас мы пока в Камьяване. И вот на сегодня конец это зовется. Баджан Стали как-то так. И вот там, где эти телята были похищены Брамой. Еще хочу сказать, что любые проблемы, которые возникают в вашей жизни, Гурудев, он их всех решит. И вот Гурудев, он, если вы преданы Гурудеву, он развеет все ваши сомнения и решит все проблемы.